вот последствия обстрела городка Бородянка украинскими системами залпового огня «Смерч». Несколько домов буквально были сложены внутрь. Вот остатки ракет РСЗО «Смерч», которыми накрыли центр города, чтобы попасть по российской колонне, которая со стороны Чернобыльской зоны втягивалась в город. Несколько машин были сожжены, но при этом большинство реактивных снарядов приземлились в жилом секторе, разрушив многоквартирные и многоэтажные дома.